В Ульяновске стартовала акция от активистов ТОСом «Оставай слобода». Еще до пандемии общественники запланировали обеспечить продуктами местных пенсионеров. Пока писали проекты, решали вопросы материального характера, наступило время самоизоляции. Воплотить в жизнь эту идею удалось. Руководители территориального общественного самоуправления закупили продуктовые наборы. В данном случае, вот на данном продуктовом, 70 наборов мы закупили, ушло порядка 35 тысяч. В наборы входят консервы, крупы, мука и растительное масло. Еще неизвестно, как часто активисты ТОСа смогут привозить товары первой необходимости. Все зависит от наличия денежных средств в казне НКО. Но судя по настрою молодых волонтеров, они намерены помогать и дальше. На регулярной основе. Мне самому на душе становится лучше. Я хочу, чтобы бабушки и дедушки сами не выходили никуда из дома. Там не так трудно, а в период пандемии это еще и опасно. Выйти из дома все-таки придется. Пандемия закончится, и все будет как прежде. В этом уверены местные жители, которые продолжают обустраивать свой микрорайон. Мостовчане организовали бесплатный центр здоровья, а точнее спортивный зал. Купили снаряды, тренажеры и сделали ремонт в помещении. Теперь осталось дождаться хороших времен, когда будет можно собираться вместе и посещать общественные места. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Управда ТВ.